Румынский майнинг канадцев на ветру. Инвесторы из канадского Онтарио, компания Trust East and Power Trust, решили вложить деньги в предприятие по криптодобыче с использованием энергии ветра. Компания приобрела ветровые фермы в Румынии, на которых возможна надежная генерация энергии. Энтузиазм по поводу проекта обогатил даже название компании словом «блокчейн». Теперь канадский Trust East and Blockchain Power Trust стремится предоставить инвесторам долгосрочные стабильные распределяемые выплаты, сохраняя при этом стоимость основного капитала инвестиционного портфеля.